Ребятки, всем добрый вечер. Всех поздравляю с Новым годом. Вот, с нами снова Вишурик. Я 100 лет не снимал видео, да, я знаю, в основном я снимаю только половлайвы видео. Но что поделать, у меня больше вообще мотивации нет. Короче, Новый год в Сифе. И, естественно, Клапа решил порадовать нас офигенной коробочкой. Не смотрите на то, что у меня все по нулям. Мы не будем скачивать английскую версию, у меня японская есть для этого. Вот. Это просто, чтобы вы понимали, что здесь происходит. Короче, такого, мне кажется, еще вообще не было. Здесь один. Сейчас я объясню. Если вы скаутите за 50, ну или за платные 20, у вас за каждый скаут идет одна гарантированная ур плюс один тикет обмена на ур карту. Вот здесь их можно посмотреть, если зажать. Это просто офигенно. Мало того, что ты получаешь 10% шанс на ур, когда ты крутишь. То есть еще ты получаешь шанс на автографы версии ур. Ну, это просто для эстетического. Это просто для эстетики. Автографы, как бы, этих сейю на карточке. Вот. Там, по-моему, 50 на 50, что ли, шанс, если ур выпадает. Не знаю. Не написано в деталях, но, кстати, в деталях вы можете видеть, что здесь. К счастью, у меня Android планшет, теперь я могу спокойно снимать с экрана. Спасибо. Я раньше с iPad постоянно снимал на камеру, потому что он был старенький. А потом его поддержку прекратили. Я перешел на Android как раз вовремя. Вот. 10% ур, 20% СССР, 70% СССР, и рарок здесь нет. Это просто офигенно. Ну вот вы видите, сколько всего карт доступно. 246 ур здесь можно выловить. Просто жесть. Такого еще не было. 10% ур никогда не было. За все 8 лет игры, даже 8,5 лет игры, скоро 9 лет будет в апреле. Вот. Это просто что-то с чем-то. Давайте перейдем на японскую версию, я вам покажу. Так, здесь я, ну, это я в ивенте участвовал, да, вот это вот все. Вы видите, сколько у меня ловик, да? Но вы понимаете, да, что вот 1250 мы сегодня потратим на вот это все. Так, я, кажется, забыл включить немножечко звук. Давайте. Вот так чуть-чуть. Угу. Надеюсь, меня будет слышно. Боже, здесь куча коробок, конечно, нас интересует самое выгодное, это вот это. Потому что тут, во-первых, можно выбрать дофига карт на выбор. И как раз докачаю свою тиму энкоровскую. Ну, это типа мета-тима. А у меня только Уми осталось докачать. Я их потом покажу после того, как все заскаучиваю. Тикетов у меня, кстати, 90. Вот, я коплю их на просто какое-то опустошение коробочки бесплатные. Ну, еще у меня есть два тикета, да, по 11. Но я их сохраню на какой-то случай, если вдруг что-то, какая-то классная коробка выйдет. Короче. Это будет акция длиться до 7 января, включительно, там, до 18 по Москве, так что успеете урвать, если накопить, в смысле, для кого-то накопить. Я, короче, просто вот все соскрябал, со сториков, со всего, у меня получилось вот 1250 ловик, мы потратим. А платные, естественно, я сохраню, потому что сейчас коллаб очень любит пихать платные коробки, например, вот это. Если выбрать Хонг, то здесь только за платные, да, а здесь за бесплатные, к счастью. Вот, просто раньше такого не было, раньше они были коробки некоторые только платные, если ты хочешь их вытащить. Но здесь, слава богу, можно за обычные. Спасибо на этом, то это было просто ужас на самом деле. Этот пикап буст, я ненавижу этот тип коробок, он работает просто отвратительно. Хотя здесь ур 3%, но нет, нафиг, на 3%, а вот 10% как раз. Короче, все, хватит болтать. Начинаем скаут, потому что это легендарная коробка. Серьезно, она легендарнейшая. Такого еще больше не было. Здесь одни из. Короче, у меня под весь инвентарь потом будет забит под завязку, мне кажется. Я все места забью. Зато у меня потом стикер будет дофига. Короче, ну, коллаб просто расщедрился дико на этот Новый год.
Я не ожидал даже такого. Вот, я вообще хотел на 9-летие копить, но, по-моему, это то же самое, что, по сути, коробка на 9 лет. Просто гораздо... Просто очень выгодно. Все, хватит, давайте скаутить. Я не могу больше ждать. Это просто невероятно сейчас будет. Мы потратим все, господи. Я не знаю, стоит ли это все смотреть, потому что роллов будет у нас 25, 25 скаутов по 11 карт. Это просто нечто. Я, наверное, чуть-чуть потише сделаю. О, Ника из Семи Богов Удачи. Офигеть. А я, короче, заидолю все свои эсерки, которые у меня есть. Даже два тикета сразу, да, спасибки. А, она сейчас с автографом. Обалдеть, просто офигенно. А, шикарно. Ой. Ой, девочки, я просто в шоке. Скаутим снова. Ой, главное не случайно не потратить платные ловики. Кстати, вы видите, что 10% они, ну, 10%, да, но у нас гарант все равно выпадает. И только. Вот. По сути, по теории вероятности, две урки за ролл должно быть. О, это же день рождения, Маки. Шикарно. Но, да, ну, разброс, видимо, будет. Видимо, в какой-то момент мне попадется три урочки за раз, да. И с автографом. Ну, видимо, автограф это 50% шанс, да? Блин, классно, вообще шикарно. Буду с автографом и автографными карточками теперь ходить. Вот. Шанс на СССР 20%, да? Ну да, выбор... Ну, блин, конечно, разброс жесткий. Обычно 20% это, ну, одна СССР-ка, мне кажется, должна выпасть за все это время, но нет. Окей. Цирковая Маки. Прекрасно. Так, она без автографа, окей. Еще раз. Мне вот, блин, крутить, вот копить стоит ради вот таких вот шикарных коробочек. О, отлично, куча сырок подвалила. Копить как раз стоит вот ради этих суперских коробок на Новый год и годовщину, потому что все остальное это... О, да ладно, это же Уми из... Я же не помню даже откуда. Офигенно, у меня сейчас столько урок будет, что я даже не знаю, куда их буду девать. Наверное, для коллекции себе оставлю, а некоторые, может, продам. Хотя сейчас эти стикеры... А, она еще и с автографом. О, прекрасно. Так, я что-то хотел сказать, но я забыл. Ну, ладно, пофигу. Да, стоит копить только вот ради таких коробочек, потом... О, две урочки. Потому что все остальное похоже на скам. Серьезно, после всего того, что было в коробочках до этого. По сути, там была коробка, где ты мог получить за 250. О, прекрасно, господи, Хонг щеночек. Коробку, где ты мог за 250 получить вот этот вот тикет. Наверное, вы видите, что я тыкаю. Вот. А теперь-то за каждые 50 можно гарантированно получить. Это реально похоже на обманку, потому что коробка рождественская была только неделю назад с этим. За каждые 250 ловик, а здесь за каждые 50. Ну, короче, будем знать, что на Новый год клап выкатывается, что самое офигенное и крутое. Ну и на годовщину, конечно же. У меня просто это просто я просто в шоке, я просто в офиге. Это просто легендарная коробка, на которую можно потратить вообще все в своей жизни. И ловики тоже. О, это Элли с годовщиной. Так она еще и с автографом. Господи, я же заляпал свой экран слюной, извините, слишком, видимо, это. Ага. Красиво. Ну что, давайте еще. Мы же намерены потратить все сегодня. О, боже мой. Ой, я случайно пропустил, блин. Я не хотел. О, Элечка. С автографами. О, автографы, автографы. О, боже, какой кайф. Так. Еще. У нас мы еще не закончили. О, у меня все СССРки есть, на самом деле. Поэтому это значит куча стикеров. Куча стикеров, это значит куча там всяких плюшек.
Не знаю, что там они еще могут добавить за стикеры, потому что в прошлый раз они добавляли стикеры из арены и из персоны в коллаборации, и это были эксклюзивные, скажем так, я так понимаю, обменные скиллы, которых больше нету, увы. Ой. Прекрасная Хнаюс, это Алиса в Стране Чудес, что ли? Могу ошибаться. Но, скорее всего, да, так и есть. Офигеть. Все остальные коробки сейчас мигом обесцениваются, потому что здесь выгоднее всего скаутить. Боже, но на самом деле не все люди могут копить, просто копить и ничего не тратить, в отличие от меня, да? Я обычно трачу только на какие-то крутые карты в свою команду, либо вот на годовщины и Новый год. Потому что у меня, видимо, просто очень сила воли сильная. Я понимаю, что я типа без гаранта, я не буду скаутить, потому что рандом это вещь очень страшная. Ого, две уроки. У Арины из ивента, по-моему. Ох. Я серьезно, это очень страшно. Рандом, вот этот пикап буст, который был. Я там скаутил новую Уми, которая скоро классный. Ой. Оно за это самолетное. Ага. С автографом еще классно. Да, это ивентная Рин. В смысле, она с гачи. Не ивентная, а с гачи, потому что не у меня все ивентные карты есть. Ур, имеется в виду. Офигеть, лавики уходят просто в лед, но это не зря, потому что я прокачаю наконец свои уми и вообще тратим, тратим, все тратим, боже, все тратим. Короче, этот пикап и буст скаутинг, он отвратительный, потому что там гаранта нет. Чтобы получить ур, который ты хочешь, там система такая интересная. Я пока мы скаутим, я ладно, я расскажу, как она работает. Потому что там не все, там путаются люди, и это логично. В общем, видимо, какая-то вур флипнется. Там ставится типа на 9 скаутов, ну, по 11 карт, на 9 скаутов шанс, который с каждым разом повышается. То есть первый скаут 11 карт у тебя, опа, да, у тебя шанс, если ты выловишь ур за 1%, то из-за этого процента 50% шанс, что у тебя выпадет тур, который ты выбрал. Со следующего скаута 55, со следующего 60, и так, и так, и так до 90. То есть, после с 9 и далее скаутов по 11, если ты выловишь ур, который на 1%, это очень важно, потому что иначе это не работает, только то вот на ту 1% ур, вот 90 там процентный шанс будет, что вот тебе выпадет это как раз вот, который ты хочешь. Но проблема в том, что 1% это, ну, попробуй еще вылови, да? Ты можешь потратить бесконечное количество ловик на это. Это несерьезно. А на 5 и 10 скауты тебе обычно предлагают рандомную ур из нового сета. То есть шанс там 1 к 9, что ты получишь то, что ты хочешь. Да? Ну, ну такое, ну, как бы, вообще жесть. Да? Просто жесть. Ну, это, по-моему, сатана придумал такой вид скаутинга. Но денежки разработчику нужны, поэтому извращаемся как можем. Вот, спасибо за эту новогоднюю коробку, она очень щедрая. Да, благодаря ей можно просто собрать себе с нуля, ну почти с нуля, эту метатиму. Просто там нужно тогда останется только несколько карточек на гигаскорер и... И да, по-моему, все, да. Вот. Гигаскорр это, короче, да, на 40. Ну, короче, от 40 там до 50 нот такой разброс. Они называются гигаскоррами. Вот. Ёшкин кот. Типа там каждый 40-50 нот, есть шанс, что там у тебя добавится какой-то скоро. О, офигеть. О, боже, свадебная ханука. А, великолепно. По-моему... О, господи, да ладно. Вот и три урочки. И все с автографами. Мобилиссимо. Я понял, автографные уры, они сразу же идеализированные выходят.
тебе ничего идеализировать не надо. То есть ты можешь за них просто еще и ловику получить за бонт. Офигенно. Просто офигенно. Это я просто в восторге. Слов нет, чтобы выразить это все. Нет слов. О боже мой. А помните, когда были коробочки, когда СССР было 4%, УР 1%, СССР 15%? Все остальное были рарочки, в какое время мы жили. А сейчас у нас вот гарантур, типа плюс еще гарантур, плюс, короче, 10% УР. Короче, получи УР, чтобы ты получил УР, чтобы ты получил еще УР. И все за один скаут. Ну, это прекрасно. Конечно, никто бы, наверное, не знал о такой щедрости, просто вот внезапно. Но сейчас все начнут тратить свои ловики, естественно. Ой, Ника выпала. Я, наверное, мне кажется, я чуть ли не единственный, что ли, кто копит прям совсем конкретно на вот эти вот Новый год и годовщины каждый раз. Но до годовщины я накоплю что-то совсем немножко, естественно, потому что я сейчас все потрачу. Наверное, за полгода, может, я 500 ловик-то и соберу. В смысле, за 4 месяца, 15 апреля же, день рождения. Ох, год. Да офигеть. О, боже мой. А я... Это просто... Ну, я просто в офиге, вообще, серьезно. О, май гад. 4 урки. 4. О, да, это из гачи. Офигеть. Боже, какая красота. Я в восторге. Я просто в восторге, серьезно. Мы почти все потратили. Слишком быстро мстит время. Я не могу просто. Но у нас потом еще вот этот скаут, и не волнуйтесь. Это не значит, что мы только эту коробку посмотрим. У меня просто еще тикеты остались из других вещей. Потом покажу. О, боже мой. О, это китайская котари. О, офигенно. Так. О, да, без автографа. Ну какая разница, она все равно идеализированная. О, май гад. О, у меня реально нет слов. Это действительно какой-то шикарный Новый год. Такого еще не было. Такого еще никогда не было за всю историю игры. 10% ур. Это, мне кажется, коллап переступил через самого себя, потому что раньше они никак не могли выше 1% вообще что-либо поднять. Я просто помню, когда во всех остальных играх, ну там в Бандоре 3%, в All Stars 5%, ур, в Утапри тоже 3%. В общем, в основном где-то там 3% ур, и на фестивальных коробках 6%, а здесь 1-1-1. Но вот сейчас мы видим, что он-то один и остается базовым, но иногда они делают гаранты и вот такие плюшки. 10%, ёшкин кот. Это же офигеть. Это стоит того, это просто стоит того, чтобы всрать все ваши ловики сюда, накопленные за весь год. Что я, собственно, и сделал. Ну, и не жалею. Я определенно не жалею. О май гад. О боже мой. Ну. Ой, музыкальная хана его. В смысле, инструментальная хана, как это называют. Офигенно. У меня даже сказать-то в принципе нечего. А я просто смотрю на это и офигеваю, да. Можно подумать, что это сервер разработчика. Или я взломал игру, но нет. Это реальность. Это специальный сервер. Ёлки-палки. Две урочки. Ой, ноза. У меня она есть. Отлично. У меня еще на все 8 скиллов прокачанные. Просто офигенно. Вообще, если мне попадутся повторки, я могу их скормить на аксессуары. Получить классные аксессуары. Это на самом деле идея просто шикарная. Как вы думаете?
Тем более, я еще и получу кучу стикеров, которые могу еще и детализировать их. Карточки, естественно. Ох, ёшкин кот. Ну, это шикарно. Новый год. Со всех с Новым годом, кстати. О, у меня маки как раз с этого сета есть. Отлично, у меня теперь еще парные. Все. Парные. Парные. Так, по-моему, еще один последний у нас остался ролл. Да, последний этот, да? Да, последний. Офигеть, как быстро! Ну вот. Вот мы все и заскаутили, соответственно. Чем вас и поздравляю. Это было невероятное приключение. Мы получили дофига урок. Ну, то еще не все, естественно. О, у меня арбу. Это же, по-моему, самая-самая-самая охрененная хиллер-карта во всей игре. Да? Ну, мне очень повезло. Давайте посмотрим. Ее очень хвалят. Ну, там 13%. Но, блин, за 13 нот 5 этих. Офигеть. А я ее сохраню обязательно. Все. Все, больше не будем скаутить, потому что у нас платные ловики. А я их сохраню. Вот. А это мемориал тикет. Это за рекламу дается. Можно заскаутить 10 штук. Я не знаю, почему не 11. Ну, давайте. Здесь просто такой же 1% шанс, такие же рарочки, все как обычно, все как по стандарту. Понятно, мы получили СССР-очку, это очень неплохо. А вот то, что мы сейчас будем скаутить тоже. Ха-ха-ха. Это, короче, компания в честь 52 миллионов аккаунтов, мне кажется, так будет целесообразнее сказать, созданных в игре. Невероятное количество, серьезно, за почти 9 лет-то, да? Фух, ну что, давайте, у нас, по-моему, хватит на 22 скаута здесь. Я помню, крутил в прошлый раз, и за 10 скаутов мне не выпало ни одной урки. Потому что 1%, да, верно, верно, все, 1%, он очень жесткий. А мне тем более повезло в том пикап-скаутинге, когда я скаутил Уми, еще потом Элли. А мне довольно-таки повезло. Я потратил всего, сколько там, мне кажется, 500 или 600 ловик на это, а мог потратить еще больше. Ну, серьезно. Вот, поэтому, если бы не та коробка, мы бы сейчас скаутили чуть побольше. Ну, какая разница? Там все равно были очень классные карты для команды, которые очень рад, что получил. И теперь мы наслаждаемся, ну, не гаранты с эрками, а почти гаранты с эрками, с кучами рарочек. Это прекрасно. Шанс 1% на урну, вы видите, да? Даже несмотря на теорию вероятности, вам за 10, ну, за 100 карт все равно не могут выпасть урны. Там какой-то разброс идет по теории, ну, по всяким этим формулам. И все, конечно, рано или поздно она попадется по выборке, ну, по разбросу, да? Но вот когда, рано или поздно, это большой вопрос. Вот серьезно, вот все что, вот даже этот 1%, он тебе может попасться, можно сказать, 2 ролла подряд, а может не попасться роллов 20 подряд, и ты с этим ничего не сделаешь. Ну вот это так ужасно, просто эта гачина работает просто, ну, на людей очень зверски, особенно те, кто любит испытывать, ну там, а вдруг, нет, ага, сейчас. О, вот мы и на 1% и вышли. Поздравляю. Спустя сколько времени? Не знаю. Ну. О, это Уми из ведьминского сета, по-моему. Где они витают. На метлах в воздухе летают. Прекрасно. А она у меня есть, тем более. Вот, ну вы сами видите, да? Если бы это скаутили бы за ловики, нужно было бы давиться, да? А ведь раньше так и было. Все 1%. О, ну вот о чем я и говорил. У меня вот через робота выпало. 1% он творит чудеса, я говорю. Но все-таки расстраиваться не стоит, если вам ничего не выпало, потому что это, ну, это вполне возможно. Я как раз говорю, что я без гаранта, меня фиг заставишь что скаутить. Вот только пикап буст меня заставили вынудить, потому что, ну, слишком классные карты там были.
Я не мог не сдержаться, и мне вот повезло, я думаю, очень сильно. Я за 250 ловик получил сначала Эли, а плюс еще потом, по-моему, 450 ловик потратил и получил Уми. Вообще, да. Траты колоссальные, но... Я не сказать, что уже фри-то-плеер, вы видели, что я платные ловики покупаю, но я их покупаю не так часто и просто в меру своих возможностей. Вот, у меня их только 100, а платные коробочки у них там где-то за 450 ловик только может вот гарантированно вытащить, то эту карту можешь, которую хочешь. Это просто зверское свинство, я не знаю. Это реально для китов, потому что 450 платных ловик накопить, там, мне кажется, год мелких паков. Спасибо за гарант СР. Давно я ждал этого. Ага. Ну вот эти вот разговоры, да, про скауты, про роллы, про шанс, про гачу, вот все вот это вот, да. Спасибо те, кто все еще что-то ждет на моем канале. О, да, офигеть. Да, у меня просто совершенно нет ни сил, ни желания что-либо снимать. О, я могу UI дельнуть, офигенно. Ну, либо скормить на аксессуар. Хотя, мне кажется, я не знаю, смысла ли есть или нет в этих аксессуарах. А там уже рандомные могут попасться. Да и то, может, для моей тима они могут не подойти совсем. Вот. Так что такое себе. Ну вот. Сет с Новым годом. Еще одна гача про скид. О, 21 СР-ка, 11 СССР-ок, это 22 вот этих вот, да? СР плюс тикета, 2 ур тикета. И вот это у нас еще есть, это с покупну. Ну, вы видите, да, сколько у меня голубых тикетов, да? Ну, вы прекрасно видите, сколько их у меня. Офигенно, ну и френдпоинтов. Короче, сейчас я хочу узнать, что вот это такое. Давайте. Я так понимаю, это просто скаут на выбор или что? Давайте вы. Я не помню, есть ли у меня хонг или нет. Давайте выберем хонг. Ага! Как она у меня есть? Ха-ха! А это же просто. А, или. 30%, да? Ага. Я так понимаю, здесь шанс 33%. А, это ивент. Все, я понял. Это, короче, тебе выпадет какая-либо вот из этих ур на выбор. Слушай, ну прекрасно, давайте попробуем. Почему нет? Какая нам выпадет? О, она же у меня есть. А, я же ее айдолить могу теперь, прекрасно. Отлично. Заходим в аквы. Тут у нас дырдаи, да-да-да-да-да. Вот это вот все. Куча коробок, как обычно. Тоже новые коробочки. Вот, тоже две ур. И вот, здесь тоже есть на выбор, но кого выбрать, я не знаю. Мне из аквы-то. А, можно канон выбрать. У меня просто ВС, она стоит как. У меня просто в Аустарзе она, ну, фэс канон у меня есть, который типа супер по скору. Вот. Поэтому почему бы нет? Тут же тоже три карты на выбор, да? Ну, не на выбор, а вот рандом. Ну, окей, отлично. Берем. Ей! Господи. Кто-то помнит мои старые видео, когда я орал, когда мне выпадала урка, а сейчас у меня такого нет, потому что я такой, это всего лишь урка. Ничего интересного. О, это новая карточка, отлично. Так, я остальное тратить, ребят, не буду. Я хочу просто накопить. Вопрос, да, на что? Я очень надеюсь, что они все-таки сделают кнопку скаута по 10. По 10. Потому что я не могу, ну, я не хочу скаутить по одному. Это зверски, это свинство, мне кажется. Клапан, ну, пожалуйста, сделай. Особенно здесь. В смысле, особенно здесь. Здесь, пожалуйста, здесь. Я задолбаюсь скаутить по одному. Ты издеваешься надо мной, ну, сделай по 10. Ну, что тебе стоит? Ну, это же легко и просто. Ну, сделай по 10. Ну, сделай! Ну, пожалуйста! Все, все, хватит, все, меня несет. Уже. Да, у нас на улице фейерверки. В общем,
Ребята, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Наступившим скорее. Не скорее, а точно. Желаю вам счастья, здоровья, всего хорошего, самого хорошего и. Ёлки-палки, 25 гарант. Ур! О, да! 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 Это великолепно. Это прекрасно. Это просто. Давайте, кстати, посмотрим мои айтемы. Не, давайте. Я же хотел по команду вам показать, да. Мою супер-супер энкор тиму. Загружайся. Спасибо. Вот она. Вот, да, вы можете видеть, что у Уми у меня еще вот 5-го левела. Но я их сейчас все прокачаю до максимума, потому что я могу. И, да, Чика еще, конечно. Но у меня есть еще умички. А, блин, нет, все-таки их надо прокачать, да, полностью. Ну ладно, у меня будет все равно возможность, в связи с тем, что они теперь дают очень много саппорт карточек. Вот. А уже 6 вечера. А прекрасно, мы сейчас еще поскаутим, да? Видео еще не заканчивается. Обалденно. Нет, рекламу я потом посмотрю, спасибо. За нее дают вот как раз тикет, за нее могут СССР саппорта давать, за нее дает мемориал тикет вот этот, который мы скаутили. Плюс еще 3 с больших банки сахара за нее дают. Рекламу сейчас очень неплохие награды сделали, очень классно. Раньше за рекламу были постоянно альпаки, которые мне не нужны. Почему они мне не нужны, сейчас я покажу. Рерити, да? Ну вот, вы можете видеть мои карты. Все ненужные я сбагрил в общагу. Да, у меня их слишком много просто. Ну да, это, ну, у меня их слишком много. Ну вот просто слишком. Я их просто сохраняю, вот только те, которые нужны для выполнения заданий. А это все вот, сейчас вот скоро ланджудеры будет. Там будет тур-карточка, вот как раз будет на нее задание, нужно получить будет эту карточку. У меня Мия уже есть, и Шеврику тоже есть. Что я хотел еще показать? А, да, саппорты. Саппорты... Ну, вы можете видеть, да, сколько у меня. Угу. Поздравляю вас. Вот, в общем... ах, да. Мы забираем вот это вот. И это тоже... Эти шиитаки мне не нужны, мне их девать некуда. Господи, спасите, пожалуйста. Игра, конечно, технически не во всех аспектах стабильна. Там иногда виснет. Ну, в смысле, иногда долгий отклик. Ну, ладно. 9 лет игре, чё уж там, ага. Что мы хотели? А, да, точно, еще 2 ролла здесь. Я вакву не скаучу, потому что я собираю только мьюз. Мне этого достаточно, серьезно. Вот, да, Гаранда Серка, спасибо. В общем, ребят, с наступившим Новым годом. Я желаю вам в этом году, во-первых, морального здоровья всем, потому что это очень важно. Ну, и денежек, конечно, и хорошего окружения. Вот, мне кажется, это все, чего нужно сейчас... в наше время. Ну и, конечно же, бесплатный этот, за... просто бесплатный N-карточку выловим. У меня уже в инвентаре ничего. У меня уже в инвентарь не влезает. Кто бы не сомневался. Сейчас буду все удалять. Спасибо. Увидимся, наверное, на 9-летие Love Live'а. Да. Всех люблю, всех целую. Чмоки, хорошо проведите этот Новый год. Вот. Пока-пока.